И вы на канале Мистер Ретро Мобилдан. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 2600, телефон 2004 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу разъем под зарядку, под наушники и микрофон. Здесь у нас динамик и разъем для шнурка. Здесь у нас кнопка для снятия задней крышки. Вот здесь у нас для шнурка. Сзади у нас логотип Nokia. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Вот я заметил на Nokia 6151 вот такую вот штуку. Тут вставляешь русскую сим-карту, и вот появляется русский язык. Я думаю, на это... Напишите мне в комментариях, как тут русский язык поставить с русской симкой на этой Nokia. Включаем телефон. Вот телефончик пошел включаться. Так. Заходим в меню телефона. Сообщение. Creep message, inbox, send items, drafts, chat, picture messages, distribution list, screened messages, delete messages, message counter, message settings. Service Comma Edisher. Выходим. Контакты. Search. Add Contact. Delete. Edit. Assign Tone. Same Phone Number. Copy. Settings. Speed Deals. No Screening. Выходим. Журнал вызовов. Missed calls, received calls, dialed numbers, delete recent call list, call duration, message counter. Так, выходим. Settings, tone settings, display settings, profiles, time settings, call settings, phone settings, cost settings, security settings, Navigation Case Settings. Restore Factory Settings. Будильник. Alarm Clock. Hour Time. Hour Tone. Repeat Hour. Running. Set Lock First. Наверное, это заметки. Так, время у нас 09:37. Окей. Дата сегодняшняя у нас 26.08.2020. Окей. Так, установили. Add new calendar alarm. Это заметки. Это памятки. Игры. Bounce, Network Park, Mobile Social Settings, Extras, Calculator, Converter, Spreadsheet, Calendar, Count Time, Stopwatch, Composer. КС-послуги, голосовые сервисы, медиа, общение, развлечения, викторина, игры, Сим-инфо. Ну и все. Вот такой был английский обзор на телефон Nokia 2600. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии. Ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров, и английских обзоров.